Всем привет! Вы находитесь на канале Alex Home Invest, и с вами снова Эльвина. И сегодня мы с вами прибыли в Кампео. Кампео – это у нас в Испании называется деревня, El Pueblo Кампео, где находится у нас наш сегодняшний объект. Объект мы будем смотреть сегодня от застройщика, поэтому к нему сейчас подойдем. Немножко расскажу про него до того, как мы пойдем смотреть. Недвижимость у нас – это земля, на которой будет строиться где-то примерно 23 домика. Домика у нас отдельные, ни стеной, ничем не соединены. Поэтому отдельные такие коттеджики. Поэтому примерно метраж у нас будет земли варьироваться, то есть минимум 231 квадратный метр и том до 500 квадратных метров, в зависимости от вашего бюджета и от того, что вы желаете. Ну и сами домики у нас примерно будут 135 квадратных метров, но есть возможность подстройки такого подвала, гаража, поэтому в зависимости опять-таки от того, что вы хотите. Ну и немножко расскажу вам про место. Сегодня мы начали снимать на пляже. Пляж называется Ла Мирадор. Вот. И он находится буквально в 8 минутах пешком от нашего сегодняшнего объекта. Вот. Ну, как видите, я не знаю, видно отсюда или нет. Мне, например, видно отлично, что море чистейшее. Я вот вижу камни, видны кораллы. Поэтому плюс в том, что если вы, например, захотите объект сегодняшний вам понравится, то в принципе вы прямо от него можете пешочком дойти. Вот там, как видите, есть такой небольшой пляжик у нас каменный, поэтому вода очень чистая, плюс в том, что можно тут и порыбачить, и с маской поплавать, поэтому в принципе, преимуществ много, да, отдохнуть. Ну и что еще хотела сказать. Если вам нравится больше пляж песчаный, например, то есть возможность доехать до Кампео, который находится буквально в 10 минутах на машине. И там очень много вариантов пляжей. Ну а с той стороны у нас там дальше Бенедорм идет. Ну давайте уже пройдем дальше. Сейчас поедем с вами либо пешочком дойдем до нашего объекта и посмотрим уже вам тоже. Немножко расскажу про сам объект. Пока мы с вами движемся к объекту, немножко расскажу о районе. У нас рядом есть трамвайная линия. Трамвайная остановка буквально в 300 метрах от нашей недвижимости. Вот. Также есть в 5 минутах зона таких магазинов продовольственных и также магазинов одежды, да, то есть небольших. Бары, рестораны, есть аптека также, поэтому очень удобно. Ну, а если хотите какие-то большие магазины, супермаркеты, то это в 5 минутах на машине можно до них добраться. Ну а вся необходимая инфраструктура в виде школ, садиков, спортивных центров у нас есть в 10 минутах на машине от нашего объекта. Мы с вами прибыли сейчас на нашу стройку. Давайте пройдем туда и посмотрим поближе сами домики, пока еще строящиеся. Вам немножко расскажу про них. Смотрите, мы с вами сейчас спустились в гараж. Это у нас пространство, подвал, да, это дополнительная опция к дому. Если вы хотите, например, чтобы у вас машина не просто была на таком склоне, да, внизу, а именно сделать как гараж, то это будет стоить, вот так как оно есть, да, например, 39 900 тысяч евро дополнительно. То есть сейчас вам объясню. Вот здесь у нас будет гаражное место. Дополнительно и будет идти у нас по вот эту вот стену. Тут будет такое отделение, тут можно оставить машину прямо внизу. И вот эта зона, как вы видите, да, вот где у нас попадает свет, это у нас будет такая терраса. То есть терраса, как видите, к сожалению, да, кому к сожалению, а кому к счастью, стена остается, то есть это будет такой как бы небольшая терраса, в принципе свет заходит, чтобы можно будет позагорать и все. И дополнительный плюс, если вы решите себе сделать вот такой гараж, да, подвал, то у вас еще будет вот такая вот такое пространство. Здесь у нас продолжение террасы, тут у нас будут такие двери стеклянные во всю стену, да.
Тут у нас будет гостиная, вот это пространство, это у нас гостиная. Тут у нас будет небольшая комнатка и туалет. Это все сделано для того, например, чтобы как гостевой дом, да, как гостевая такая зона, к вам приехали гости, и их можно разместить здесь. Цены тоже будут немножко отличаться. Если хотите оставить, например, вот в таком состоянии, да, и сами потом достроить, там стены сделать, потолок, ну, не в таком состоянии будет, но немножко расчистят, то это будет 39 900, как я вам уже говорила. Если захотите, чтобы вам уже все сделали, стены, да, покрасили, потолки, все в приличном состоянии, то это уже будет стоить 55 тысяч, вот, вы решаете. Ну, а если вы не хотите, например, иметь такой вот подвал, да, дополнительное помещение и гараж, то, в принципе, вам ничего платить не нужно будет и дополнительного, и тут, по сути, не будет этого и места. Давайте сейчас поднимемся на первый этаж, то есть на наш самый главный этаж основной, и посмотрим примерно, что у нас там. Смотрите, стройка уже вовсю идет, поэтому не обращайте внимания на шумы. А вот у нас первый этаж. Я вам говорила, до этого мы были с вами в подвале. Это опция такая дополнительная, да? Если вы хотите дом так, как есть, вот он будет в таком виде. Примерно, только в лучшем построенном. Смотрите, тут у нас въезд машины. То есть у нас машина, да, будет въезжать, но без гаража будет. То есть въезд такой для машины. Тут у нас зона будет такой, как сад, да, будет небольшой сад. Бассейн можно, есть опция поставить бассейн. Опция с бассейном — это дополнительно 13 тысяч. Если хотите без бассейна просто сад, то он включен. Поэтому ничего дополнительно платить не нужно. Ну и тут у нас будет вход вот на первый этаж. На первом этаже что у нас есть? У нас есть гостиная. Также ванная комната для гостей, да, например, на первом этаже. Также есть главная комната у нас и кухня. И на втором этаже у нас будет небольшая терраса. Будет также выходить две комнаты и одна ванная комната, да, поэтому комнат всего три. В принципе, пространства много. Если захотите, есть еще несколько функций дополнительно, которых можно сделать. Вот, поэтому цена начинается вот для таких домов от 300 тысяч. Поэтому дальше уже дополнительно хотите бассейн, гараж, увеличить террасу. В принципе, это за дополнительную плату. Как видите, тут уже вот есть таких два уже строятся. Тут есть место для третьего, потому что они строятся тоже под заказ. Вот. Поэтому обращайтесь к нам, если вас заинтересовало данное предложение, пишите, не стесняйтесь, мы вам все ответим. Также можете звонить, либо писать нам на WhatsApp, и встретимся с вами чуть дальше.